Здравствуйте! Сегодня мы хотели порассуждать на тему, может ли наша область сама себя прокормить. Меня часто спрашивают, почему у нас, хотя чиновники всегда бодро и рапортуют о привесах и удоях, но в магазинах местный продукт отсутствует. Многие уже понимают, что торговые сети, даже если у них в учредителях стоят местные предприниматели и даже видные политики региона, в первую очередь думают о прибылях, а не развитии региона. Хотя последние и прикрывают свои действия по продвижению чужих товаров заявлениями о том, что, дескать, область сама себя прокормить не может. А так ли это? С одной стороны, это так. Ведь в данный момент наши аграрии действительно сильно сдали за последние годы. Упало количество сельхозтехники, количество животных. Практически все другие показатели по сравнению с советским еще периодом там в разы упали. Но с другой стороны, меньше стало неэффективных предприятий. Нет сотен и тысяч тонн испорченной продукции, меньше бесхозяйственности и больше эффективных производств. Но какие все-таки товары местные? Это охлажденная курица и яйца из Уймской птицефабрики, которая хотя и работает, наверное, на четверть только своих возможностей. Это молочка от местных молзаводов различных. Есть даже не только молзаводы, есть и маленькие предприятия, типа вот Двинского. Есть хлеб, значит, из привозного все-таки зерна. Есть свинина из Заостровской фермы. Есть другая фермерская различная продукция. Даже домашние сыры у нас появились, фермеры многие делают. А также ягоды, грибы от сельских заготовителей, мед с юга области уже давно идет. Рыба выращивается в наших озерах, даже под городом. А почему эти продукты, так широко представленные на рынках, не могут попасть в супермаркеты? Самое главное, их объемы слишком малы. Не развита у нас кооперация на селе. Много мелких производителей производит, и каждый продает по чуть-чуть. Но крупным магазинам надо покупать сразу и много, большие количества. Тот же картофель покупают 20-тонными фурами. По несколько раз в неделю даже, вот некоторые магазины. А большинство даже крупных наших предпринимателей выращивают всего по несколько там десятков, в лучшем случае самые крупные по там 100-200 тонн в год. Как организовать? Здесь выручить может только сельская кооперация, общие склады, общая доставка, общая сертификация продукции, о которой мы в прошлый раз тоже говорили, общий бренд, который нам крайне необходим. Что-то, та же Вологда, она имеет общий бренд, что-то качественный местный продукт. Но на все это нужны деньги, которых у колхозников, к сожалению, нет. Почему у фермеров денег нет, это другой вопрос, конечно. Но во многом, конечно, вина и самих тружеников села, что они не могут постичь ежемесячно меняющиеся требования наших налоговиков, различных надзоров, обкладывающих их за это немалыми штрафами. Там десятки, сотни тысяч рублей ежемесячно, иной раз даже несколько раз в неделю такие штрафы приходят. Конечно же, и сами колхозники виноваты в том, что и банки не дают им кредиты. Часто из-за того, что бухгалтерия у крестьян ведется, из рук вон плохо. А техника и другие активы на баланс тоже не ставятся. Не успевают они все. Пока за картошкой, за коровой ходишь, еще и банковские платежки заставлять тяжело им. А господдержка часто даже для них бывает тоже недоступна. Но и не от того, что ее нету, а от того, что отчеты селян не устраивают чиновников, которым тоже нужны показатели в виде тех же самых привесов и надоев. А любому предпринимателю, сами понимаете, нужна не привесы, не числа, а вот прибыльность. Гнать липу наши люди ведь тоже не привыкли. Есть прибыль или нет прибыли? Зачем мне создавать новое производство, увеличивать навес, если я не знаю, куда это продать? Так есть ли шанс все-таки наполнить полки крупных наших магазинов местными продуктами? Есть, но не в одночасье. На это нужно несколько лет, хотя бы 2-3 года, в течение которых в обязательном порядке при поддержке областной власти нужно создавать сеть кооперативов, собирающих продукцию по всем районам области, перерабатывающих ее, хранящих и развозящих по покупателю, фасующих. В этом году такая программа по сельхозкооперации у нас впервые появилась.
но средств на нее, конечно, выделено крайне недостаточно. Без такой программы колхозник так и будет говорить о том, что не может ничего продать, тогда как торговля будет по-прежнему уверять, что ни колхозника, ни его товаров в области нет. Поэтому программа кооперации поможет наполнить наши полки местным продуктом. Спасибо, с вами был Михаил Силантьев.